Сегодня клинский футбольный клуб «Титан» в рамках 23-го тура должен был сыграть с командой АК из Белоомута. В связи с тяжелым финансовым положением наш соперник так и не смог приехать на сегодняшнюю встречу. Мы знали, что в команде «Белоомут» не все очень гладко. Скажем так, у них были проблемы перед сезоном. Что команда вся привозная, то есть там игроки из Рязани, с Коломны, с Москвы. То есть местных воспитанников в большом не было, и поэтому опереться не на кого. Поэтому ситуация тяжелая сложилась финансово у их главного спонсора, президента клуба, и отсюда эти проблемы. Вчера сказали, все зарегистрировали, что все, команда не приедет и будет официально снята соревнований. Очень редки эти случаи, скажем так, на моей памяти. Это первый случай, что команда группа снимала соревнований. Но несмотря на это неприятное известие, наши футболисты все равно вышли на поле и провели двусторонку. Это позволит не только не выбиться из графика, но и лишний раз отработать домашние заготовки и отдельные комбинации. Двусторонка, первый состав на второй состав, да, скажем так, чуть-чуть мы разбавили второй состав игроками атаки, у нас их достаточно много. А так, в принципе, все, двустороночка идет, да. В связи с техническим поражением наших соперников в сегодняшнем матче в копилку футбольного клуба «Титан» добавились 3 очка, что позволило еще прочнее укрепиться в числе лидеров турнирной таблицы. Следующую встречу наша команда проведет 22 сентября в Мытищах. Артем Мельников и Михаил Рачков, специально для программы «Мой клин».